Авторы – семейная пара сочинских художников Ольга Жоржия и Валерий Михайлов. Любовь к средневековью – главная нить, связывающая работы двух творческих людей в единую историю. Очень яркая, красочная, приуроченная к весне, к любви, к женским прекрасным образам. Это прекрасные работы, выполненные в технике акварельной живописи, графика, старинная гравюра. В экспозиции представлено около 30 работ. Ольга Жоржия отдает предпочтение декоративной живописи, иллюстрации и прикладному искусству. А Валерий Михайлов, напротив, создает графические работы. Это одно из его любимых направлений. Выставка в музее Островского будет открыта до 21 марта.